А ты не успела уж, все. Там машина. Там машина скоро будет. Там человек пошел. Уходи, все, не успеешь. Да уходи, все, не успеем, мы говорим. Еще раз, я отойди. Устал ли ты от работы? И одолели заботы? Ты знаешь, есть развлечения. Устрой себе приключение. Попробуй сейчас еще разочек. Так вот уже лучше, Леш, сейчас хорошо было. Ты весло поднял, да? Я не вижу, не знаю. Ну, я думаю, где-то нормально. Полторы. Хорошо. Так. Ну да, 1600. Так, ну что, беритесь за руки, друзья. Да, вот так, во. Да, вот так, хорошо, да, смотрим друг на друга и вот так. Я записываю уже, если что. Пишешь? Да. Так. Значит, ребята, не оговорили. Значит, да. Так, считаем, грубо говоря, до 3-4, потом вы целуетесь. И замираете в поцелуе прямо медленно. Сейчас вот вы просто смотрите друг на друга. Руку, так, давай как руку. Целуемся, вот так? Вот так, и прямо замираете, и не шевелитесь, понятно? И ни глазами, ничем не шевелитесь, потому что я должна буду выйти из машины через несколько секунд. Они тебя перекрывают, кстати, я не знаю. Там особо тебя не видно. А, ты хочешь сказать, что мне лечь? Не знаю. А, ну может я попробую лягу, если меня не будет видно, то все нормально. А ну, попробуй, попробуйте, поцелуйтесь. Поцелуйтесь. А ты попробуй куда-нибудь в сторону, например. Так, нормально? Ну, видно твое черное это сзади, но в принципе... А вот так? Нет, видно. Ну, лучше выйти. Я просто смотрела, что лучше мне выйти все-таки. Короче, вы поняли? Ну, сейчас, ладно, выйдешь, да, сейчас, тогда? Да, я выйду. Только вы просто, главное, не шевелитесь, иначе не получится ничего. Угу. Все, руку немножко вот так, да. Вот так, хорошо. Так, и смотрим вот, друг на друга. Все, считаем до 5, а потом целуемся, медленно замираем. Можете там глаза прикрыть, целуйтесь. Замерли, все, не дышите, не мышите. Ну, дышите, но медленно, и не шевелитесь. Все, давайте, 3-4. Ты готов, да, ты? Пишешь? Да, пишу. Хорошо. Начал. Там кто-то загорелось, не знаю что. Лампочка. Сняли? Сейчас потухнет, через я некоторое снял, время. Да. Или не надо ждать? Почему не залезть обратно? Есть, дальше.